значение имени «Волыня». Эти люди умеют организовать других людей. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Личностные отношения с людьми, число рождения которых 2, 4 или 7, то есть родившимися 2, 4, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 29 или 31 числа каждого месяца являются благоприятными. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Обладатель этого имени либерально настроенный и свободный от предрассудков, уважает права других людей. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Значение буквы «Ы» – притяжение, огромная масса и тяжесть вытекает из звукового звучания данной буквы. Носители этого имени с буквой «В» возможно ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находится в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.